самостоятельно по 8 бросков, по 10, по 20. Хорошо, хорошо. Да. Ты бросок делаешь хорошо. Главное, чтобы он в борьбе получался. Ты просто, ты можешь сначала разобьешься, а потом уже делать те бросок, которые... Это должен быть один короткий бросок, который ты сделаешь. И Артуру, и Мише. Выиграть может быть нет, но сделать бросок. Хорошо, работаем, работаем. Свой прием надо 100 раз делать. 2 минуты, 100 бросков. Вот этой рукой.
взял зарплату, ты сразу будешь бросать заднюю картошку. Вот есть зарплата. Видишь? Вот попробуй вот эту руку мне взять за шею. Руку оттуда и все. Ой, Миша, блин, ждешь. Куда надо в середине? Да, ну ты. Ложись на спину. Стойку. Все, сделать ему движение болевое. И ты тоже самое. Все, ты с стойки начинаешь, ты с парка. Можно играть в сторону, руку не давая. Встал опять. Да. Почему поездом назвал? Даниэл, Мате. Мат, если ты лежишь, у тебя будет сломаться.
лучше ставить низкий высокий партер, если что перевернешься, удержание. А так он тебя начнет ломать просто, а ты даже уйти не сможешь. Замок иди, иди, иди на него. Все. Одну ногу возьми, одну ногу рукой, убери в сторону. Вот держи за штанину. Правильно, ты между ног, ноги между ног. Так, стоп, стоп, стоп. Этот, Андрюша, иди сюда, Макс, иди сюда, по колени. Нет, сейчас по колени. За ноги приведи его в парк. За ноги захвати впереди. Уйди назад. Сядь на него верхом. Зачем ты его переворачиваешь? Зайди назад, Миша. Миша, он ушел назад. Все. Мате. Так, Максик, не забывай.